8 октября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял президента Международного комитета Fair Play Йена Камути, президента Европейского движения Fair Play Кристиана Гинтербергера и вице-президента этой организации Эрдогана Арапынара. Подчеркнув, что Азербайджан уже сказал свое слово в мире как прекрасный организатор международных спортивных соревнований, вице-президент Европейского движения Fair Play Эрдоган Арапынар расценил первые европейские игры, которые принимал Баку, как большое событие. Эрдоган Арапынар выразил главе государства признательность за оказанную поддержку организации Баку первого совместного конгресса Международного комитета Fair Play и Европейского движения Fair Play, а также 21-й Генеральной ассамблеи Европейского движения Fair Play. Президент Европейского движения Fair Play Кристиан Гинтербергер, также отметив, что с интересом наблюдал за первыми европейскими играми, передал президенту Ильхаму Алиеву поздравления с успешным проведением игр в нашей стране. Он подчеркнул, что был впечатлен тем, с каким большим воодушевлением люди наблюдали за соревнованиями и демонстрировали искреннюю поддержку всем спортсменам. С удовлетворением отметив, что лично наблюдал за первыми европейскими играми в Баку, президент Международного комитета Fair Play Йена Камути также поздравил главу нашего государства с организацией игр на высоком уровне и достижениями азербайджанских спортсменов. Высоко оценив внимание, уделяемое в нашей стране спортивной сфере, в частности справедливым играм, Йена Камути подчеркнул, что организация Баку первого совместного конгресса Международного комитета Fair Play и Европейского движения Fair Play является удачным символом взаимного сотрудничества. Президент Международного комитета Fair Play поблагодарил президента Ильхама Алиева за то, что Азербайджан взял на себя проведение мероприятий организации и выразил ее намерение продолжать сотрудничество с соответствующими структурами нашей страны и в будущем. Выразив удовлетворение проведением совместного конгресса Международного комитета Fair Play и Европейского движения Fair Play, а также 21-й Генеральной ассамблеи Европейского движения Fair Play Баку, глава государства высоко оценил участие в них многочисленных делегаций. Коснувшись значения сотрудничества с международными спортивными структурами, президент Ильхам Алиев выразил надежду, что в ходе мероприятия будут проведены интересные обсуждения. Подчеркнув, что первые европейские игры вызвали большой интерес в нашей стране, глава государства вспомнил об успешных выступлениях азербайджанских спортсменов. Затем президент Международного комитета Fair Play Йена Камути сообщил о том, что за заслуги в области развития спорта в Азербайджане, поддержку движения справедливых игр и приверженность принципу справедливости в спорте президент Ильхам Алиев награждается специальной медалью Международного движения Fair Play и вручил награду главе государства. Президент Ильхам Алиев выразил признательность за награждение его специальной медалью Международного комитета Fair Play. Подчеркнул, что как глава государства, а также президент Национального олимпийского комитета и впредь будет продолжать оказывать последовательную поддержку развитию спорта.